Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 26 мая, воскресенье. Я решила опять с вами немножко пообщаться. Давно не общалась с вами лицом. Все что-то показываю, а себя не показываю. О, успела на колокола 8 часов утра. Это, наверное, сейчас начнется служба. Ну и второй повод, на который я решилась показаться, почему я решилась показаться лицом, это вот такая на мне обновочка. Хотела вчера показать, но что-то как-то вообще не было времени. А сейчас, может быть, если я где-то вот там на скамеечке в нашем красивом парке поставлю селфи-палку на треногу и... Может быть, покажусь вам во весь рост. Это не реклама. Купила еще подобное платье. И все началось с того, что мне дочечка подарила на день рождения такое же подобное платье. И мне так оно понравилось, что я решила прикупить еще и себе вот так на лето. Они дешевые. Ивановский текстиль или трикотаж. В общем, молодцы наши Иваново. Повторюсь, это не реклама. Вот. Очень дешево. До 1000 рублей вот это платье на мне. 489 рублей, но забрала последнее. Дочь покупала 700 рублей. И я покупала еще одно платье 600 с чем-то там. В общем, вот это самое дешевое, но мне оно так нравится, такой цветочек, так свободно, а силуэт. В общем, в восторге. И оно считается как домашнее платье, но я смотрю, люди делают фото и где-то на отдыхе. Ну, потому что это ХБ и приятно к телу. Кстати, одно платье я уже стирала, ничего, чуть-чуть, мне кажется, села, вот прям совсем чуть-чуть. Посмотрите, какие красивые клумбочки здесь у нас. Вот, в общем, красота. Научились делать. О, уже кто-то вырвал с качели две дощечки. Ну, вандалы. Так, сейчас вот здесь как раз вот эта наша красивая пергола. Сейчас попробую все-таки вам показать себя немножко. Ничего не вижу, друзья, солнце светит, вообще ничего не вижу. Ну вот. Сумочка прям в тему. Сумочка из рафии, кстати. Это у меня была шляпа. Я недавно выставляла видеошотс. Я в этой шляпе. Есть подробный мастер-класс на шляпу. Но потом шляпа мне надоела, и я связала из нее, распустила и связала вот такую сумочку. Очень удобная сумка-планшет. Вот. Согласитесь, очень красиво подходит под это платьице. Прямо красота. Свободная. А силуэт вот так очень интересно сделан низ. Я думаю, вы видите. Вот. 489 рублей на все случаи жизни, и как домашнее платье, и почему бы вот на рынок мне сейчас не сходить в нем. Ой, в парке никого. Сегодня у нас жара 27, это в тени, поэтому я сейчас быстренько схожу на рынок, а иду я за гортензией. Все-таки сдох рододендрон, и я, чтобы не пустовала яма, там хорошая яма с кислой почвой, все как положено, хвойный опад, торф вот этот кислый, ну, в общем, там все хорошо, и чтобы яма не пустовала, я посажу еще гортензию. А вчера я не знаю, что-то косит. Какой-то жук, что ли. Прям лилии косит листья. Вот прям лежат.
веточку гортензии древовидной, вот та, которая во дворе у меня растет. Кстати, она будет цвести, там уже такие бутончики, я ее сегодня поливала с лимонкой, с лимонной кислотой. Спасибо вам, кстати, за ваши подсказочки. Вот, и она меня благодарит, я так думаю. Я и торф ей там подсыпала, ну, в общем, я ее прям полюбила. Она пошла в рост, и там уже такие бутончики, в общем, она будет цвести. Обязательно вам покажу. Ну и вообще, придем с рынка, я покажу, что я купила. В принципе, с финансами не очень, но один кустик гортензии, какой-нибудь красный цвет. У меня уже есть такая бело-розовая ванила, вот эта. Потом такая более бело-лимонная, что-то такое, это Cotton Cream. Ну, древовидная, само собой, белая. И еще гортензия «Вечное лето», которая двуцветная в зависимости от почвы. Где-то кислинка попадет, она синими цветет. Где-то более щелочная, она розовая. Ну и вот сегодня еще хочу купить еще какой-то сорт. Что-то мне кажется, кадр мутный. Но уже, друзья, переделывать не буду. Как есть. Вроде протирала я камеру. 8 часов, а народу полно. Ну да, люди до жары пытаются сделать свои дела. И потом сидеть по домам под кондиционерами. Я, наверное, сегодня, скорее всего, включу кондиционер. Уже позанавесила все окна. Вот. Сейчас пройдем толпу. Наступила, короче, жара. Ой. Настроение классно. У меня все пошло в рост. Ранункулюсы мои уже так листочки выкидывают. Ну, в общем, это я вам все покажу. А вот сейчас подойдем к этой чаше. У нас по городу стоят вот такие большие чаши, и в них росли такие деревья. Вот, видно, наверное, да? А зима была очень суровая, и они померзли. Ну и вот в этих деревьях сейчас растут петунии. А я сейчас любуюсь на маковке Троицкого нашего собора. Там тоже колокола. Не знаю, вот так вот видно. Вон он, наш красавец. Не хочу переключаться, чтобы поменьше мне монтировать видео. Все равно придется монтировать. Может быть, какие-то кадры покажу вам на рынке. Ну, наверное, уже рынок пошел на спад, я думаю, потому что, ну, уже конец мая. Это так, опоздавшие или надумавшие что-то купить. Ну, посмотрим. Вот так вот за разговором я практически прошла весь наш центр города. И вот уже сейчас перейду дорогу и буду на рынке. Чем мне нравится наш провинциальный городок, что здесь все можно обойти пешком. Почему и автобусов, наверное, нет? Потому что, ну, все доступно пешком. Вот, наверное, каких-то 10 минуточек, и я уже на рынке. Ладно, сейчас переключусь и покажу вам, что будет дальше. Вот наш Троицкий собор. А я сейчас быстренько... А, могу и там перейти, чтобы через рынок мне не идти. У нас эти ряды, где всякие растишки, они там внизу. Вот. Я пройду по улице. Это наша улица Советская, по-моему, центральная. Наш рыночек сельскохозяйственный. Ну, я там редко что покупаю. Но это, как бы, этот рынок
мне запомнился тем, что когда я пристраивала котят, этих Марусиных деток, я зашла в этот рынок, и там была женщина, увидела и забрала у меня сразу двоих мальчиков. Вот. Так что он мне принес удачу, этот рынок. И прям счастливая побежала домой. Ну вот. Здесь вход. Ну и растишек, наверное, уже и нет. Что-то одни какие-то тряпки. Вот. Ой, хоть бы была эта женщина, Елена Александровна, я у нее все покупаю. Ну, что-то там есть, но уже бедненько. Ну, как я и предполагала. Как я и предполагала. О, сколько велосипедов. Ну, есть вон питони. Ух ты, какая красота. Вот это декор. Да, 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 можно люстру. И сколько же стоит? Вот будем договариваться, мы еще не решили, сколько за такую красоту денег требовать. Ну да, это же все своими ручками, да? Ну ладно, подумайте. Ну, если интересно, приходите, будем договариваться. Так, интересно, но может быть не сегодня. Сегодня как-то... Ну, телефоны обменяйте, скажите, я вам привезу. Да, я вам это... Поговорим. Да, красиво очень. Как раз в беседку вот такую люстру сделать. Ой, вообще, обалдеть. Цепи такие. 4 цепи у меня и 8 светильников вот тут стоит. 8 ага. Светильников и 4 цепи. Ой, красота. Ну, просто там светильники уже по деньгам, они разные. Кто какой хочет, такой ставит. Ну, да, да, там да, да, на свой вкус, да? А это труба полая, чтобы это протянуть туда как-то, да? Или это не важно? Нет, это не для провода, это просто я подставлю. А, просто. А, все, поняла, поняла. Все, она никак вообще здесь ни при чем. Отлично. Так, вот видите как? Пошла за цветочками, называется. Ой. Смородина, багира. Ой, какая красота. Смотрите. Глаза разбегаются. Но я пошла искать свою Елену Александровну. Ой, помидоры вон, все, что хотите. Ой-ой-ой. Смотрите. Смотрите, сколько красоты. Так, она вот здесь. Вон она есть, моя Елена Александровна. Вот она. Здрасте, я ваш постоянный покупатель уже. Смотрите, какая красота. Вообще. Вон, вижу гортензия. Ой. Ну, уже так видненько, было больше всего. Ну, уже время. Две белые, 5 сортов, гортензия где-то сортов 6-7. А вот это что такое? Это гортензия, вот уже с кашкой. Уже ой, обалдеть. Вот с кашкой, вот она. А покажите? Она розовая, если почву покрасить, она будет голубая. А, такая у меня, это вечное лето, да, я да. Поняла. А этот метельчатый, тут разные, и полярный медведь, и сам дейфрайзер. Я у вас купила этот... Много, да. Ой, знаете, у меня какая еще есть? Скайфол. Вот из новых у меня скайфол, у нас такими длинненькими. Вы мне фотографии потом покажите, пожалуйста. Я вас уже рекламирую, так что скайфол, я у вас непростой покупатель. Она не все сейчас. И опять вот этот парень. Вот я подхожу и парень этот. Ну надо же, как вот, это, день сурка, вот, да? Вот скайфол, она получается так. Листочки такие. А вот красное что-нибудь есть? Мне надо просто... У меня ванила вот похожа на вот эту, но она более нежная, конечно. А вот такими красными... Красными, о, вот, вот это ванила, по-моему, да? Да, ванила. Да. Есть. Ванила сандей. Ну, вот у меня ванила... Не, ванила какая-то другая. Красную сейчас совсем не дам. У меня Diamond Rouge, она немножко, чуть-чуть подрастет, я ее привезу. Она вообще бордовая будет. Diamond Rouge. Она красная-красная. А вот ее нет у меня. В следующий раз. Так, ну давайте, что есть, а я это... Скайфлоу вас не заинтересовал? А я не поняла еще раз. А у нее получается этим... Не, у меня такая есть. Она похожа на крем вот эту. Cotton Cream. А. Похоже же, да?
Ну, ванилка у меня есть, да, ванилка у меня есть. Есть полярный медведь. Полярный медведь. А она получается крупная-крупная, огромная такая вот эта самая, и она не розовеет. Но метелка до 40 сантиметров. Это в другом журнале у меня. А, еще хотела у вас спросить. У меня очень сильно заболел ваш пион древовидный. Прям вообще один листик засох, и все, я его и поливала, и почва глинистая, ну, как они любят, и подкормка там. А они что? Они перелива тоже не любят. Перелива не конечно. Любят? Конечно. Он, наоборот, он может вымокнуть. У меня мой полтораметровый вот после вот этого льда, после этого самого. Это точно возвышенность в этом МГУ ботанических садах. Ну, он все, да, не отойдет. Или отойдет. Копать не надо. Не, копать не буду. И поливать его сильно, сильно не надо. Слушай, я больше использую, если хреново, корневин, чтобы корни быстрее. Ну да, корневин я тоже. Корневина не экономит. Я брал целую пачку или две пачки. На ведро, да? Не надо его экономить, зато так все попрет потом. Нет, ну спасибо вам. Цирконом еще очень хорошо. Циркон есть у меня тут. Смотрите, сколько роз. Это такая красота. Смотрите, какой у нас рынок. И это уже рынок пошел на спад. Ну, то есть уже многие посадили. Вот здесь овощи, фрукты. Здесь тоже цветочки. Я вам дарю раньше. Так. Сейчас вот здесь посмотрим, что здесь. О, самарская лидия. 700. Может быть, я здесь выберу. Но цена совсем другая. Люди. Тоже. Сажать клубнику. Не, она прекрасная. Ой, какая ванила фрайс у меня есть. И свой торт. Я не видел, она зеленая. Ладно, пока. Ну что, друзья, решила включиться буквально на секундочку. Вы меня уже видели. А я вам показываю нашу красивую березовую аллейку. Практически уже летнюю. Вот такая красота в парке. Я купила очередную гортензию, какая-то уже даже с цветочками. В общем, у Елены Александровны не было то, что я хотела. Позвонит через недельки-две, сказала, у нее там подрастает какая-то яркая, такая малиновая гортензия. А это нежно-розовая, низкорослая. Забыла, какое-то самое. Магик самое, что-то такое. Ой, тяжело мне запоминать эти названия. Вот. И теперь мне нужно пересадить ванилу фрайс, так как она вырастает даже до 3 метров. Мне, кстати, этот мужчина, у которого я покупала гортензию, 550 рублей. Вот это уже цветущее. А вот вместо рододендрона я посажу ванилу фрайс. А вот эту, которая поменьше росточком, там, где была ванила фрайс, поменять местами нужно. Вот кустарник тоже красивый. В том году только высадили. Посмотрите, какие цветет. Не знаю, что это. Спирея, не спирея. Подскажите, что это за кустарник. Вот. Мариночка там мне писала вчера. Или когда там. Лена, посади спирею. Да. Я видела очень красивую спирею. Такую похожую на иву. А, прям вниз спадают. Серая, что ли, как-то так называется. Вот. И я ее посажу со временем за забором. Почему сейчас не могу
посадить вдоль фасада дома. Ну, на улице, так скажем, вдоль забора. А потому что у нас стройка. Еще будет строиться беседка, покупаться лес. И поэтому, кто его знает, как там придется, может быть, ну, боюсь затоптать, короче. Когда вот уже в этом году крышу сделаем, останется беседка. И из строительства все. И тогда я уже буду обустраивать, ну, сажать, облагораживать, так скажем, делать красоту на улице. И очень хочется мне вот эту вот спирею посадить, которая вот прям такая, они громадные, растут. И белые такие цветочки, не спадающие, очень красиво. И она неприхотливая. О, что-то фонтан наш возле почты не работает. Но видите, какая у нас теперь здесь пустота. Вот они считают, что сделали красоту. А я считаю, что нельзя было спиливать вековые каштаны. Вот здесь они росли. Вместо вот этих вот деревьев какой-то черный клен. Не знаю, что это. Можно было бы все это сделать, и плиточку проложить, и облагородить, не трогая эти каштаны. До сих пор у меня сердце болит. Я когда здесь снимала, вот здесь вот лежали корни этих деревьев, которые обхватить тяжело-то было. Я не знаю, сколько этим каштанам лет было. И вот теперь вот такая, вот такой солнцепек, и вот такая пустота у нас. Ну что сделаешь? И причем не только я, очень многие жители возмущаются по этому поводу. Ну, кто нас слушает? Так, ладно, пока отключусь. Еще чуть-чуть, и я приду домой. Вот так вот у нас все быстро. И там уже включусь дома. Отель «Старый Раненбург». Вот, и покажу, что там у нас дома. Ну вот, я и дома, друзья. Хочу вам похвастаться. У меня взошла цинния. Вот она всходит. И взошли бархатцы. То ли позже они всходят. Сейчас я вам покажу. Вот. Посмотрите, вот это, наверное, бархатцы. И там тоже обильно-обильно взошли. А вот я вам покажу мою красавицу. Посмотрите, у нее бутончики. Вот, вот, моя хорошая. Она будет у меня цвести. Вот они, бутончики. Белая будет цвести, это вот древовидная. Вот, вчера, видите, что... Вот кто-то прям косит. Что это за зараза? Не знаю. Прям с цветком скосила. Очень обильно. Посмотрите, сколько бутонов выкинул ирис. Прям очень много. И вот уже вот-вот зацветет. Здесь тоже много выкинуто бутонов. Взошла цинния, хоть, несмотря на то, что семена давнишние. И взошел, смотрите, как не было же ничего. Это вот бархатцы взошли. Он мне так нравится, вот этот почвопокровник. И скоро зацветут пиончики. Вот. Так, надо... Сейчас я буду смотреть под ноги, чтобы здесь уже так все плотненько, тесно. Чтобы мне здесь ничего не поранить. Вот. Ой, ну а это прям невеста невестой. Вчера я высадила те ибирисы. Вот они. Не знаю, будет с них толк или нет. Это те, которые у меня в горшочках были. И сеяла их в доме. Вот. Видите?
выживут, выживут, не выживут, значит, не выживут. А вот это вот то, что я купила, гортензия, уже такая большенькая, поэтому и цена 550. И сейчас мне надо поменять местами. Здесь у нас образовался вот такой уголок, посмотрите. Сейчас застелю матрас, раскрою зонт, и можно будет отдыхать. Вот такой мини-релакс у нас здесь, такая комнатка. Вот. И сейчас покажу вам свои ранункулюсы, которые, посмотрите, посмотрите, листочки какие уже пустили. Мои хорошие, как у меня душа радуется. А вот ирисы, которые вот сажала я в ведра, вот они получше. Они не потянулись. Кстати, вот здесь тоже, я не знаю, видно вам будет на камеру или нет, так быстро взошли вот эти бархатцы. Я вам показывала, какие, которые мне в подарок достались. Пакетик. А вот гвоздику я пока не вижу, что она взойдет. Вот. Значит, вот еще ранункулюсы у меня. Видите? И вот эти тоже позже всех сажала, но они здесь тоже всходят. На камеру вы не увидите, но поверьте, они уже вот тоже вот-вот зайдут. Это вот, которая пинг, розовая. Значит, моя ошибка. Вот эту гортензию сейчас надо закрыть. Уже солнышко, это вот, которая вечное лето. Она очень боится солнца. А вот эту ванилу фрайс пересадить в яму, где рододендрон. Она растет очень высокая. Вот она будет расти там. А сюда сейчас посажу то, что я купила. Вот это Magic Summer. Вот. Что еще? Запорола я, скорее всего, пион древовидный. Оказывается, он не любит, когда его поливают часто. Ну, может, и оклемается. В общем, он у меня заболел. Может быть, оклемается. Ой, вот сколько нужно знать. Я, конечно же, всего этого не знаю. Вот. А вот это хоста. Видите, какие красивые листики. Называются риски бизнес. Или бизнес-риски. Короче, рискованный бизнес. Очень хорошо пошла. Ее бы тоже надо затенить, потому что она любит полутень. Сейчас я ее вот так вот прикрою от солнышка, потому что сегодня у нас будет очень-очень жарко. Очень жарко будет. Что еще? Роза набирает обороты. Уже почечки вот-вот. Прям вот-вот распустятся. Это Пьер де Рансарт. И Дежардан де Шамон тоже отошла. Отошла, там тоже пошли почечки. Вон они. Вон одна почка, не знаю. А, вот. Видите вы или нет. Но здесь был очень плохой корешок. Но она пошла расти. Теперь, что из новостей? Клематисы пошли хорошо. С этими все в порядке. О них я много чего узнавала. Вот вчера полила их опять известковым молочком. Он уже пошел плестись у меня вот по лесенке. Этот еще не плетется, но лесенку я ему уже сделала. Все высадила я. Вот здесь у меня огурчики. Это я от кузяна закрыла, но и от ветра. И вот если сильная жара, то им там хорошо. Сейчас покажу. Все принялись. Я дня два как их посадила. Вон он. Вон он один. Ну, короче, здесь вот 4 луночки. Вот. Решила я в этом году, друзья, посадить в тепличке, в парничке. Перец, поскольку он
Неважнецкий у меня в этом году. Видите, вчера опять я все заливала. Ну как все, лук заливала, чеснок заливала. Пошел чесночок. По-моему, позеленел после вот этого обработки нашатырным спиртом. По-моему, получше стал, да? Ну, те, которые желтые, они уже не будут зеленые. Ну, а вот которые растут, вот, по-моему, кончики зелененькие. Вот, зелененький кончик. Вот, и поэтому я в теплице посадила перчик. Весь поместился, посадила почаще, как Мариночка говорит. Перчик должен шептаться. Но вот он у меня шепчется. Шепчется по неволе, потому что тепличка маленькая. Вот, посмотрим. Первый год опыта моего огородничества, когда мы только купили дом, я здесь посадила помидоры. Это была ошибка. Помидоры не буду сажать. В том году у меня здесь росли огурчики. И было все хорошо. Было море огурцов. Но в этом году вот так вот пришлось, что пришлось посадить перчик, поскольку он маленький, слабенький. Здесь он, я думаю, ну, дорастет, догонит тот перчик, который должен был быть, но не взошел. Поэтому вот в парничке. А это вот гранулы куриного помета вчера рассыпала. Они потихонечку будут раскисать при поливе, ну и, естественно, попадать в это, в землю. Так, помидорчики, все хорошо. Поливаю под корешок, пока сверху не поливаю. Очень хорошо пошла расти груша. Сейчас я вам ее покажу. Прям отошла, я рада. Я вчера и деревья поливала. Прям по 6 ведер. Вода как в решето ушла, друзья. Вот такая сухая земля уже. И дождей пока не предвидится неделю целую. Смотрела прогноз. Не предвидится. Вот яблоньку замульчировала и закрыла. И вот она, груша, которая заболела вот этой плесенью ржавой. В том году я ее спилила. И посмотрите, какой кустик. Прям кустик. Сколько здесь веточек. Я даже грешным делом думаю, ну и хорошо, что так получилось. Пошла расти не из-под корня, то есть сорт не изменится, а пошла расти по веточке, ну, по стволу. Вот такой вот пышный. Тут много-много веточек. И вчера, и позавчера, ну, в общем, я ее поливаю прям по 6 ведер. Замульчировала. Я думаю, что все будет хорошо. И нужно будет обработать ее. Попозже обработаю вот от этой плесени. Ну, пока у нас солнце, вроде дождей нет, может быть, и не надо обрабатывать. Эта плесень появляется, когда туманы, дождливое лето. Вот. Так что вот такие дела. Смотрите, как через пленку видно моих солдатиков. Стоит перчик. Ну, в общем, методом проб и ошибок будем сажать, будем набираться опыта. Ну, а я пойду переодеваться, друзья, и пойду сажать новое свое приобретение, новую гортензию. В общем, в этом году я заполняю вот эту вот клумбу. Здесь пока вот так вот некрасиво, но это вынужденная мера. Прикрыть надо, помочь растишкам, чтобы они окрепли. Ну, а когда здесь все зацветет, это будет, конечно же, красота. Я потом вырежу часть из этого видео, как было и как станет. Застелила я матрас. Здесь так хорошо отдыхать. Слышите, как птички заливают? Красота! Ну, не знаю, удастся ли сегодня отдохнуть. Сегодня очень жарко. Даже будет и под зонтиком. А, да, вот этот подарок
вербенник манечатый. Мне Мариночка подсказала, что это отличный не только в кашпо, но и почвопокровник. Он неприхотливый, и это очень красиво смотрится в виде почвопокровника. В кашпо это как косы, волосы напоминают, свисает, так вот его стригут, и он потом густо-густо растет. Но и почвопокровник, он тоже замечательный. Пусть он у меня немножко окрепнет, здесь всего вот 4 веточки, черенковать еще рано. А потом, конечно же, я все это дело расчеренкую и размножу, и будет, затянет все клумбочку. Там, где земля, затянет это все красивой зеленой пеленой, и будет красота красивая. Ого, вот такие выхлопы. Я не знаю, что это, но у нас частенько такое бывает. У меня даже коты по углам шарахаются. Так, ладно, друзья, на вот этом красивом участочке нашей зоны отдыха я буду заканчивать сегодняшний репортаж. Видео, наверное, затянулось уже, длинное. Наговорилась с вами вдоволь. Пойду переодеваться и сажать вот эту красоту. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.